Звуки детского счастья раздаются по всем этажам. Накануне самого ожидаемого детворой праздника в мэрии устроили елку. Приглашенные ребята, дипломанты и победители различных конкурсов и олимпиад. Дети из социально незащищенных семей и с ограниченными возможностями здоровья. Ариша Григорьева очень любит подарки. Для того, чтобы попасть на елку в мэрию, весь год вела себя хорошо и училась на одни пятерки, рассказывает девочка. Мне нравятся елки, потому что на них дарят подарки, и потом после них очень приятное ощущение Нового года. Мне они очень нравятся за это. Вот. Еще я люблю, когда начинает праздник этот, потому что Дед Мороз, он как-то понимает, чувствует, как я себя вела во всем году. И у него, наверное, есть шапка-невидимка, что он всегда наблюдает. Новогодние елки в мэрии – традиция. Каждый год в последних числах декабря сюда приглашают детей из всех районов Перми. С наступающим Новым годом маленьких пермяков поздравляет и глава города Игорь Сапко. Мне кажется, очень важно, когда именно дети первые ощущают приближающийся Новый год. Это видно по их настроению, по их улыбках. Не так часто в мэрии слышен детский смех, танцы, слышна песня, и ты сам, по сути говоря, получаешь массу эмоций от этого прекрасного праздника. Елка в мэрии продолжалась около 2 часов. После представления игр каждому ребенку Дед Мороз вручил новогодний подарок. Татьяна Александрова, Олег Мясников, телекомпания «Ветта».